это то, ради чего стоит жить. Мне кажется, мне сейчас просто выпрыгнет сердце от счастья. Вы видите, сколько вас сегодня? Моя жизнь. Сегодня я открываю свой первый ресторан в Москве. Цветной бульвар, дом. Цветной бульвар, дом. Значит, наверное, я что-то делаю правильно в этой жизни. Миром правит любовь! И... стала местом. И вы знаете, когда ты что-то придумываешь, у тебя в голове появляется мысль. А потом до момента появления мысли в голове и до реализации проходит очень большой срок. Вечеринки. Для меня это, конечно, самое главное, потому что, конечно, было приятно, что мне комплименты говорили, как меня любят, но абсолютно каждый гость вчерашнего мероприятия говорил, как здесь вкусно, как здесь вкусно. То есть, ко всем мужчинам. Да, ко всем мужчинам. Я решила, думаю, как мне найти, уже все попробовала, уже и песни выпустила, все, думаю, ну как мужа найти? Решила еще попробовать один способ, открыть ресторан, чтобы мужчины... Вкусно, свежо, полезно и недорого. Вот сколько данный салат стоит? Это у нас цезарь с овощами. А невозможно, вы знаете, открывать бизнес, если это не творчество. Потому что вы видите, это разве не творчество? Это разве не творчество? Вода моего собственного производства. Вкуснее воду вы не... количество людей. Я обещала сегодня всех накормить, поэтому наша пресс-конференция...